Сегодня в программе «Готовимся к масленице». Под надзором профессионалов выбираем качественную и безопасную муку. 90% хозяек в стране из этой муки будут делать блины. Не будут правы. Далее в программе. Кому нужна лазерная коррекция зрения? И как избавиться от надоевшего? Новая эпидемия 21 века. Мигрень. Заболевание, которое угрожает серьезными последствиями. Как не испортить праздник, если головная боль настигла врасплох? Голова болит, кофейку выпью и на работу пойду. Это уже может привести к реальной инвалидности. Наш бессменный ведущий и известный во всем мире кардиолог академик Беленков раскроет тайны женского сердца накануне 8 марта. Женское сердце более компактное. Никакие гормоны ей не помогут. Конечно, это будет атеросклероз. А хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев расскажет, какая роковая ошибка может привести к слепоте. В виде вирусов или даже грибковой инфекции. Их уже не убрать, они навсегда.